Ферхат, узнав, что Намык является его отцом, вынужден столкнуться с этой правдой лицом к лицу. Что выберет Ферхат? Отпустит пистолет, направленный на Намыка, или предпочтет своими руками наказать его? Эта раскрывшаяся тайна подвергает новым испытаниям любовь Аслы и Ферхата. Ферхат решает отдалиться от всех родных, включая Аслы. Однако Аслы не намерена оставлять его одного. Сможет ли Аслы с любовью исцелить раны Ферхата? Етер считает, что навсегда потеряла Ферхата, и в это время выясняется важная вещь, касаемая ее собственной жизни. Что это за тайна, которую Етер скрывает ото всех? Полиция расследует исчезновение Идиль, что заставляет Джулиде поволноваться.